Кеш Шарап, Казахстан. Хочу всех поздравить. Сегодня был очень напряженный день. Было томительно и очень напряженно. В какой-то момент и жена сдалась, и Зоя сдалась, и ребята опустили руки. Асхат, демократ, куда-то ушел. Дильнара Нисенова со своей группой куда-то ушла. Было очень тревожно и очень хорошо, что все закончилось. Все-таки пришлось людей поднимать три раза кричать, три раза выходить в прямой эфир. Все-таки мы победили. Мы победили. И это означает, что эта семья не будет выселяться ни завтра, ни послезавтра, ни на следующей неделе, ни через месяц, ни через два месяца. И до конца отопительного сезона, до середины апреля месяца, эта семья останется в своей квартире. Ей нужно будет сейчас сразу обзавестись новыми замками, ключами снутри, замки на цепочками и так далее. С другой стороны, нужно будет решать вопрос по поводу доведение до ума улик и вещественных доказательств по самому уголовному делу, чтобы доказать, что мошенница – это мошенница, и квартиру оставить навсегда и вернуть юридические права на нее. Так что, слава Богу, мы это дело закончили, и, слава Богу, я вижу плоды своей работы. Это классно. Это ощущение счастья. Значит, сейчас по замкам решить нужно юридическая защита, пересмотр всех судебных дел по этому уголовному делу. Нужно заставить мошенницу раскошелиться и вернуть всю квартиру обратно. Нужно найти вещественные доказательства, потребовать, поднять шум и так далее. Это тоже продолжение битвы, но это уже будет более спокойно. Все нормально, ребята. Сегодня, считай, день прошел не зря. Сегодня еще победа на КТК. Третий эфир вышел по поводу Инлик и девчат, которые выступают против порноминистра. Это большая удача. Вчера этот сюжет должен был вчера выйти, но он не вышел. И я очень сильно переживал. Сейчас он вышел наконец, вчерашний сюжет. Я думал, что КТК, Дарига сошли с дистанции и так далее. Нет. По-прежнему. Значит, они в этой теме и подхватывают наш вопрос, который мы поднимаем. Я думаю, что в ближайшие несколько дней мы услышим новости по увольнению порноминистра Мухаммеда Аулы вообще со службы и без каких-либо предложений по новым постам, должностям. И в дальнейшем мы его все-таки заточим в тюрьму и накажем. Неповадно, чтобы было. Мы сможем доказать. И это тема отдельного разговора. Сейчас я хочу поздравить всех вас и всех нас с большой победой. Это было большое эмоциональное напряжение. Было очень все на грани. Жанара, Зоя очень сильно напрягались и боялись, что все останется без поддержки, поэтому уже готовы были сдаться. Пришлось матами уговаривать, честное слово. Ладно, Джигитер, давайте, до встречи.